Вардавар – армянский национальный праздник воды и любви. В Уральске он проводится ежегодно. По старой доброй традиции в этот день парни признаются в любви девушкам и дарят им розы. А гостей, пришедших в этот день в дом, принято угощать фруктами и национальными блюдами. Наши этнокультурные объединения, представители, они очень отзывчивые, поддерживают. И самое главное – дружба, единство и согласие у нас есть. Мы этому радуемся. Благодаря этому Казахстан преображается, Казахстан растет и Казахстан цветет. Также принято обливать друг друга водой. В народе считается, что именно в этот день вода становится святой и целебной. И человек, которого с головы до ног окатили водой, будет счастливым целый год. Традиционно устраивают целые водные состязания. Не обходится без народных песен и танцев. Это праздник Вардавар. Это идет с языковыми времена. Это более 5000 лет, которые армяне празднуют этот праздник. Это распространено по всему миру, где живут армяне. В Армении особенно празднуют это каждый дом, каждый поселок, город, район. И полностью в этот день они празднуют этот праздник и обливают друг другу водой. Сегодня в областном центре действует 16 этнокультурных объединений. Представители каждого традиционно вместе с другими народами отмечают свои национальные праздники. Организаторы говорят, что эта добрая традиция сохранится. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42.